Дальневосточный федеральный университет может стать базой для создания центра подготовки паралимпийцев. Так решили исполняющие обязанности ректора Никита Анисимов и руководитель Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов Артем Моисеенко. В планах организаторов уже в этом году провести в ДФУ несколько соревнований, в том числе по танцам на колясках. По их же мнению, на базе университета можно будет подготовить атлетов для летних Олимпийских игр в Токио, которые состоятся уже в 2020 году. А уже этим летом в ДФУ планируется провести первый международный соревнования с участием спортсменов-колясочников из Японии и фестиваль инклюзивных танцев на колясках для людей с инвалидностью из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Восьмикратный чемпион СССР по хоккею проведет мастер-классы в Приморье. Адмирал пригласил на свою площадку заслуженного тренера России, восьмикратного чемпиона СССР, ведущего хоккейного эксперта и почетного президента спортивного клуба «Адмирал» Сергея Гимаева. Гость посетит два домашних матча, а в перерыве одной из встреч в фойе первого этажа состоится его автограф-сессия. Цель приезда Сергея Гимаева во Владивосток – это помощь в развитии хоккея в Приморском крае. В рамках программы «Большой хоккей», реализуемой хоккейным клубом «Адмирал», Сергей Наильевич проведет мастер-классы в трех городах Приморья. 12 января он посетит Артем, 13 января – Владивосток и Уссурийск, 14 января – станет гостем телеканала «Телемикс» в Уссурийске, 15 января – проведет круглый стол в Артеме со спортивной общественностью края. К слову, Сергей Гимаев уже не в первый раз во Владивостоке. За последние полтора года в Приморье он уже в третий раз. Владивосток собирается стать ареной для недели звезд КХЛ. Приморская столица уже отправила заявку на 2018 год. Владивостокский хоккейный клуб планирует пригласить звезд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей в Приморской столице, а также организовала здесь мини-сбор перед Олимпиадой в Корее. «Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наше намерение провести у себя матч звезд КХЛ с недели звезд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде недели звезд, и кубок вызова МХЛ, и женский матч звезд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, матч звезд КХЛ». Согласятся ли на такой эксперимент представители КХЛ, станет известно ориентировочно только в феврале или в начале марта. Каток на стадионе «Строитель» продолжает радовать горожан и приглашает всех желающих покататься на коньках. Все последние годы по распоряжению главы города площадка работает бесплатно. Катаюсь я уже 3 года. Очень много всегда знакомых, потому что, ну, такой популярный каток, сюда все ходят. Вот. Кататься нравится, да, очень хороший каток. Каток открыт для посетителей с утра до позднего вечера. Ежедневно подрядная организация осуществляет чистку и дозаливку поля. Для удобства посетителей на стадионе работает бесплатная парковка и теплое помещение для переодевания, кафе, пункт заточки коньков и туалеты. В этом году работает как большой каток, так и каток-малышок. Отдельная территория для маленьких детей. Анастасия Крикун, Инна Щедрова, новости спорта на восьмом.